27 января – это очень важный, особенный день для каждого ленинградца. Как говорят блокадники, это наш Ленинградский день Победы. И впервые за многие годы так сложились обстоятельства. Сегодня пленарное заседание Совета Федерации, я не на Пискаревском кладбище. В этот такой важный, в том числе для меня, день, конечно, я не смогла не прийти к одному из мемориальных мест, отсылающих нас к обороне Ленинграда, чтобы отдать память, дань памяти героическим защитникам Ленинграда, жителям Ленинграда, которые, несмотря на нечеловеческие испытания, выстояли, победили, защитили город. И в эти дни мы, конечно же, вспоминаем всех, кто отдал свои жизни за свободу страны, за свободу города, который не пустили врага на священную ленинградскую землю. А ведь у фашистов были планы стереть город с лица земли, сломить его, поставить на колени. Но благодаря силе духа, нравственной силе жителей Ленинграда, этим планам, к счастью, не удалось сбыться. И каждый раз в этот день мы склоняем головы перед памятью тех, кто совершил невероятный подвиг. Не умещается ни в уме, ни в сознании то величие подвига, которое совершили ленинградцы, и то величайшее горе, которые они пережили все эти страшные, тяжелые блокадные дни. Голод, холод, ежедневные бомбежки не сломили высочайшую нравственную силу ленинградцев. И, конечно же, об этом подвиге мы будем помнить всегда. В этом году исполняется 80 лет легендарной дороги жизни, той самой ниточки надежды, которая позволяла поддерживать пульс замерзающего города. И я знаю, что сегодня правительство Ленинградской области готовится очень торжественно отметить эту знаменательную дату и отдать дань памяти тем, кто спасал город, кто привозил по этой дороге продукты, кто обеспечивал город электроэнергией. И правда, очень-очень трудно говорить, но ценой величайших жертв была одержана эта ленинградская победа.